Ну, у меня была похожая история. Очень многие мои коллеги, скажем так, из шоу-бизнеса страшно раздражаются, когда их куда-то не пускает охранник, которому просто еще не сказали, что этот номер надо пропустить. А я всегда им говорю: слушайте, ну, а вы почему к этим людям относитесь как к тем, которые вас почему-то лично никуда-то не пускают? А это люди функции. У них на входе нету номеров, они вас не пускают. Через секунду у него появляется номер вашей машины, он вас пропускает абсолютно так же безэмоционально, как безэмоционально вас не пускает. Абсолютно. Ему все равно. То есть люди начинают: да ты кто? А почему? А что я вам такой? Они начинают воспринимать на свой счет. Эго. Не пустивший охранник куда-то на машине кого-то, значит, на парковку, это личный враг. Хотя на самом деле этот человек все равно. Абсолютно. Ну, есть правила, он им действует. Он, да. Он человек функция. Ему дали номер, он пропустил. Не дали, не пустил. Здесь гневаться на него бессмысленно. Понимаете? Абсолютно. Это все равно как так же подходить и начинать обижаться на шлагбаум, который не открылся. Ты вот просто шлагбаум, кусок железа. Тебе нажали кнопку, ты открылся, а нажали, не открылся.